Друзья, всем привет! Сегодня у нас 28 апреля. Сегодня светлый день Пасхи. Всех с праздником! Вчера пришла мне рассада. Первая партия — это сорт Ами или Эми. Как правильно, не знаю. Улучшенная клери. 4 ящика по 500 штук. В ящике. Это, 2000 штук, в общем, пришло. Посмотрите, какая рассада. В принципе, в общем-то, доволен поставщиком. Покупал у Садов Мира. Оперативно доставили. В пути она была 12 часов от холодильника до меня. Вообще никак не тронулась, естественно. Она была еще холодная, когда я ее забирал. Так что очень доволен вообще поставкой, отношением. Было много негативных отзывов в интернете, видел по этому поводу, но меня это не коснулось никак. Только положительный отзыв о работе Садов Мира. Что еще хотел сказать? Так как у меня не готова почва под посадку, там небольшие нюансы возникли, ее надо как-то сохранить. Очень хорошее видео в интернете увидел, точнее на ютубе. Ссылку, наверное, даже оставлю в описании на этот канал. Ягодная лаборатория, по-моему, называется так канал точно. И у них они как сохраняли ее. Вот они даже у них сейчас на сохранении она есть. Обрезали, как промыли. Вот я воды набрал. Промыли. Обрезали, как всегда мы обрезаем там на ладошку, на руку. Обрезали эти 10 сантиметров. Вот они у меня уже готовы, обрезанные. Такими вот нарезают. Я вот сейчас освобожу этот ящик. Обратно в этот ящик сложу. Пересыплю торфом. Прям один к одному у них. Посмотрите видео. И, в принципе, как я проконсультировался, у них говорит, до месяца вполне она сохранится. И очень хорошо. Мне, конечно, месяц не надо. Мне неделю, может быть, полторы-две, как дождик у нас пройдет. Так только сразу прокультивирую землю, профрезерую. И буду делать бугры. И высажу это все. Так что, в принципе, поставщика рекомендую Садов Мира. Ничего плохого сказать не могу, опять-таки повторюсь. Я думаю, раз на раз не приходится. Возможно, где-то были у них сбои, как всегда бывает. Где-то что-то было не так. Возможно, кто-то посадил как-то не так. В принципе, будет видео еще по развитию этого всего. Так что смотрите, видите, что с этой рассады выйдет. Ну все, всем пока. Всех еще раз с праздником. Подписываемся на канал. Ставим лайки. До новых встреч.